Всем привет, дорогие друзья, с вами Эрнесто, я продолжаю играть на Advance RP Пурпурно. В общем-то, сейчас у меня 8 утра, да, я не знаю, зачем я проснулся, но, собственно говоря, я себе купил Хантли и сразу же поставил заменку на него, Range Rover. Только мне, на мой взгляд, она очень какая-то паршивенькая. Блять, ну мне не нравится лично, короче, машина, ну хотя сделана неплохо. Но, например, физики у нее дефектов вообще нету. То есть, когда она мнется, вообще не видно. Только начинает хп уменьшаться и все. А вид у нее вообще никак не изменяется. Это не есть хорошо. На самом деле, то. Это вроде какая-то заменка, вроде Range Rover какого-то канала тоже там про машины, про авто. У владельца канала типа такая машина, и сделали под нее заменку. Насколько я помню, я раньше смотрел, даже не помню, кто как называется. Понторезка. Так, чё, на сервере 60 человек. Чё еще делать-то? Кстати, у меня доварно, да, вот, я уже смотрел, доварно у меня 2 дня осталось. Давайте посмотрим, сколько у нас фин в пожарке. 3 человека. Ну, в принципе, можно поработать пожарником, думаю, чуть-чуть. А то у меня 300 баксов, как видите. У меня... За дом там тоже надо платить уже. Ну, 17 дней осталось, в принципе. Но все равно уже почти половина осталась. Надо бы заплатить хотя бы на дней 5 еще. Для этого нам нужно подзаработать немножко денег. Так, куда я еду? Нам нужно арендовать пожарную машину. Так, какие-то дома опять по ГОСУ стоят. Ну, это старые, дорогие, которые никто не берет. Так, вот у нас пожарная часть уже. Давайте сейчас возьмем машину в аренду. Блин, какую аренду? В смысле, начнем рабочий день, имею в виду. 3 человека, в принципе, онлайн. Можно и поработать. Так, ну я не знаю, если вам нравится замена, или есть у вас, если вам есть какая-то другая замена, которую вы можете мне предложить, то напишите в комментарии тогда, или просто, если вам нравится, поставьте лайк. Но все же лучше написать в комментарии. Я все эти комментарии читаю, практически на все отвечаю. Так, что я сюда зашел? Блин, я туплю, заговариваюсь в натуре. Так, берем машинку. Так, все, начнем рабочий день. Вот, так что если вам нравится, то поставьте лайки. Если нет, то напишите в комментариях, что да как. Может, другую поставить какой-нибудь. Так, ну все, в принципе, ждем вызов. Что еще делать? Блин, появился вызов, но на него я вряд ли, наверное, успею. Так как это возле шахты почти, у меня остается 2 минуты. Но навряд ли я успею. Но все же, наверное, постараемся успеть, так как денежки нам нужны. За нами кто-то едет очень насторожительно так. Уже долгое время, я вам скажу. О, даже админы все это, ничего себе. Магия вне Хогвартса. Походу, летал чувак на метле. Все, отвязался наконец-таки военный. Кстати, ребят, если так же, как в начале видео, хотите попасть в коммент дня, то просто напишите какой-нибудь оригинальный комментарий под видео или просто-напросто смешной. Ну и все, и к месту возгорания прибыл какой-то бич, и мы разворачиваемся и с обидкой, с огорчением едем обратно в Лос-Сантос. Я в него врезался, он что-то немножечко, мне кажется, обиделся. Сука! Такая, написал мне. Но это было обидно, обидно. Мы едем, наверное, обратно к своей машине. Короче, что-то передумал я работать, потому что... вот такие вот всякие бомжики приезжают быстрее меня, и все. Я зря ехал. Зря свое время потерял, еще и денег не срубил. В принципе, ну блин, как-то неохота стала. Хотя онлайн небольшой в пожарных, но все равно перехотелось. Все, довольно транспорт. Нам нужен наш транспорт. Так, надо закончить рабочий день, что-то мы как дебил будем бегать. Так. Но все-таки я тоже, мне кажется, стоит лучше другую модельку поставить. Тут, так как цвет тут тоже вроде менять нельзя, потому что. Ну, я очень много таких моделек видел. Ну, на каждом ханте такая стоит замена, таким же цветом. Как-то не есть хорошо, не есть прикольно.
Так, сейчас, наверное, что скатаемся, посмотрим домик в Лос-Антосе новый. Ну, который после обновления вышел, не знаю, я еще там не был, просто интересно посмотреть, что там есть вообще, как он выглядит, сколько стоит. Посмотрим сейчас, надо найти его, главное. Недолго я его искал, он прям рядом с другим богатым домом, который стоит 15 миллионов вонов. Мы уже приехали, кстати, к нему, вот к новому дому. Шлагбауму везде, ёпта. Мне бы такой дом. Ребят, подарите мне такой дом, пожалуйста. Интересно, я смогу открыть? Ну нет, конечно же нет. Только владелец дома, но все-таки. Да. Блин, или поселил бы меня кто-нибудь в такой дом, вообще прикольно было. Но зачем хотел, у меня есть дом. Блин, шикарно просто. Просто четко. Офигеть, у него тут... Интересно, я что, могу в нее сесть или что? А, нет. Это все, весь его транспорт, ну, от дома. Прикиньте, ребят. Просто твой транспорт вместе с домом. Лимузин, а, джипик, значит, и что там еще? Вертолет, да, наверху. От, просто, блин, мечта, мне кажется. Мечта просто. Что тут еще есть? А, у него там лодки, да, походу еще. О, так у него тут еще яхта есть, ребят. А, яхта есть. Заправка для лодок, смотрите, у него. Походу. Стало быть так. Так, а тут что? А, понятно, понятно. Ну, в общем, ребят, не дома мечта, если честно. Мне такой никогда не достанется. Обидно. Обидно. Давайте посмотрим год его. Что тут? Стоимость 14500. Ежедневная кварплата 50 тысяч. Но он лучше уплатит 25 в день. Типа роскошный дом. Ника Берри. Владелец Ника Берри. Что-то знакомое, не знаю. Откуда я знаю Ника Берри? Что-то ник знакомый, не знаю. Ладно, не суть. Роскошный дом. Ага, номер дома 901. Количество комнат. 27 комнат. Что, блядь? Блин, как сюда войти? Не открыли мне домик, конечно же. Ну ладно. Блин, просто везет чувакам. Что хотят, то творят. Что хотят, то покупают. А я езжу. Ой, а у меня 300 баксов на счету, и я бедный бомж, который мечтает о таком домике. Но, если честно, похуй. Вертолеты, все, что хочешь для жизни есть. Ладно. Нам только мечтать. Все, хватит, замечтался, уже слюнки потекли. Все, садимся в свой Range Rover и уезжаем отсюда. Куда глаза глядят, главное не видеть этого горя для нас и счастья для других. Кстати, тут уже елку, смотрю, поставили. О, подписчик. Улыбнемся ему и поедем дальше. Да блин, да что ты меня преследуешь-то? Декс, выходим. Выходим, что тут есть? О, подарочки. Так, новогодняя шапка, конечно же. Так, мигалка. Шапка так. А-на-на-на-на-на. Что тут еще есть? Молоток. Красный дым. Давайте молоток возьмем. Че, все? Че, я готов, да? Тут есть преступники? Это полиция, блядь. Ну-ка, поехали. Так, что тут еще есть? Вызвать головную боль. Как сбросить все? ГМ вроде бы убрали, но бронежилет остался. Так, молоток возьмем. Новогоднюю шапку. Ну и все, в принципе, что? Молоток и новогодняя шапка, все, что нужно. Ну что ж, друзья, думаю, можно на этом с вами попрощаться будет. А, вот такая вот внеплановая у нас серийка получилась. Проснулся, отснял и дальше спать, собственно говоря. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Напишите комментарий, если хотите попасть в топ комментарий, коммент дня. Ну и также подписывайтесь на канал. С вами был Эрнесто. Всем до скорых встреч. Пока-пока.